Всем привет! Добро пожаловать на канал YouTube Просто. В сегодняшнем видео мы поговорим о проблеме, с которой сталкиваются многие пользователи DaVinci Resolve. Это медленная работа программы при монтаже. Мы разберем основные причины этой проблемы и дадим вам несколько советов, как улучшить производительность DaVinci Resolve. Если вы хотите узнать причины и решения медленной работы DaVinci, то советуем вам досмотреть это видео до конца. Итак, мы начинаем. Поехали! DaVinci Resolve – это мощный видеоредактор, который может обрабатывать сложные проекты и эффекты. Однако, иногда пользователи могут столкнуться с проблемами производительности. Вот вам некоторые основные причины, по которым DaVinci может тормозить. Первое. Недостаточные системные требования. DaVinci Resolve требует мощного компьютера с достаточным количеством оперативной памяти, процессором и видеокартой. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует этим требованиям для работы с DaVinci Resolve, прежде чем устанавливать его на свой ПК. Второе. Неправильные настройки проекта. Убедитесь, что настройки вашего проекта соответствуют параметрам исходных файлов. Неправильные настройки могут вызвать проблемы с производительностью. Проверьте разрешение, частоту кадров и другие параметры проекта. Третье. Высокое разрешение исходных материалов. Работа с видео высокого разрешения может замедлить производительность, особенно если ваш компьютер не обладает достаточной мощностью. Возможно, вам стоит использовать прокси-файлы или оптимизированные медиафайлы для улучшения производительности. Четвертое. Проблемы с драйверами видеокарт. Устаревшие или поврежденные драйвера могут вызвать проблемы с производительностью. Убедитесь, что драйвера вашей видеокарты обновлены до последней версии. Пятое. Проблемы с жестким диском. Медленный или переполненный жесткий диск тоже может замедлить работу DaVinci Resolve. Убедитесь, что ваш жесткий диск имеет достаточно свободного места и работает без ошибок. Шестое. Неэффективное использование кэша. DaVinci Resolve использует кэш для ускорения работы с проектами. Так что убедитесь, что кэш настроен правильно и очищается регулярно, чтобы избежать проблем с производительностью. Седьмое. Фоновые задачи и приложения. Запущенные в фоновом режиме приложения и задачи могут потреблять ресурсы вашего компьютера, что может замедлить работу DaVinci. Закройте ненужные приложения и остановите фоновые задачи перед началом работы с видеоредактором. Восьмое и последнее. Ошибки в программе. В редких случаях проблемы с производительностью могут быть вызваны ошибками в самой программе. Если вы столкнулись с постоянными проблемами, попробуйте обновить программу до последней версии или же переустановить ее, тогда, может быть, ваша проблема исчезнет. Надеюсь, что мои советы помогут вам улучшить производительность DaVinci Resolve и сделать процесс монтажа более комфортным. Если у вас есть свои методы оптимизации работы программы, поделитесь ими в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк, если вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр и увидимся в следующем видео.